команды это. Поставим на место, никто не спалит. Главное не забыть, давай где прям, она. Давай, давай тогда, чё ты по дороге едешь? Давай этот. В гору? Внедорожная езда. Главное не влепиться ни во что. Зверь машина, слышит. Ой-ой-ой! Ты живой? Да-да-да, все в порядке, брат. Это такие ухабы. О, господи, братан, извини. О, нормально, давай прям в горку въезжай. На вершину хочу. Сейчас поедем назад к машине, я боюсь потерять просто. Горы люблю. Да я тоже. Так, это сзади где-то поезд, да? Вот прямо езжай, вот где осе написано. Сейчас я что-то потерялся, где наш? Осе, езжай к осе. К осе, а? А, да, у нас, а, точно. Сейчас, может он забыл, что в меня уже, что я с пистолетом заходил? У него память на лица не очень, короче, погоди, попробую все-таки взять. Тихо, да ты не выходи так из машины, тут не да Москва. Да это тут... нормально, я всегда зацепишься курткой. Что ты говоришь, брат, ты что, я все время так выхожу, с детства. Ну чего он? Сейчас, да, может продавать энергетический батончик. Так уже 11, наверное, утро уже. Конфеты. Я тогда сижик возьму немножко, да? Давай, давай. Я тебя жду в машине, в общем. Я максимум покупаю. Ща я прикину, как ехать. Все купил, брат. Сейчас. Так. Так. Я выпью тогда, пока ты да сидишь. Да пей, пей. Ну, в общем, вот да, я так и хотел. Я так и хотел поехать. Там просто клево это самое. Оп. Там дорога прикольная, я тебе говорю. Вот жалко не ночью едем. Ночью там голые тёлки бывают. Давно тёлку-то последний раз жахал? Ох, давно, брат, давно. Сейчас бы прям пожарился. Да. Ну ничего, там стриптиз-клубы есть, короче. Я знаю, один неплохой. Может, заскочим сегодня еще. Да что стриптиз-клубы? Давай это, на улице клей чмар. Блин, братишка, я тебе так скажу. Всё-таки вот это... чувство вот этой свободы, вот посмотри, как будто, не знаю, наш родной край облагородили, просто дороги построили, а так вот горы, все вот ну это. Ну да, а то еще кто-то говорит, что где горы, там жить не имеет смысла. Ты смотри, какой вид, дурак, какой, эх, гора. Так, ты надолго вообще, типа, собираешься так? Куда? Ну, ко мне в гости, я просто, ну, не знаю, у меня да место... Да я как-то это, ну, пока не выгонишь. Надо просто решить, как мы спать будем, потому что, ну, я боюсь да тебя... Да я на диване... Я боюсь тебя там класть, знаешь почему? Там почему? Рядом бонг стоит и... Да я так! Я курю только когда, типа, ну, переживаю или наоборот радуюсь, или уснуть хочется. Вся твоя жизнь сплошная радость тогда получается, я вот... Сейчас, секунду, блядь. Ты чего? Ой-ой-ой, брат! Да я покурить да ты хотел, чего, а дурак? Пистолет достался! Я тебе чё, ничего, я все. Никто не заметил. Так, ладно, от федералов в горах надо прятаться, я тебе точно говорю, я по телевизору видел. Да нормально, так. Никто не... Ой, да подвеску никто... по нему шатать, да тише да ты! Да я поговорю с ними, чё ты, я просто нечаянно... Не надо, посетил. Не надо никуда говорить, здесь менты так здесь не работают. Может, этот ствол выкинуть тогда, а то он у меня, ну, без документов. Не скидывай, он еще пригодится. Все, братан, видишь, отстали. Это потому что я вот сижу, пригнувшись, посмотри. А как ты так, на Q? На X. В следующий раз, когда будут менты, всегда. Садись, я тачку, по-моему, помял. Блин, сейчас, постой. Да ладно? Да, убил капот, блин, из-за тебя. Да вот, смотри. Не вижу, да ладно, не да вижу. Вон, блин, помялся капот правое. Да незаметно вообще, Как незаметно, на правое погоди, крыло погоди, смотри. Погоди, меня Селимбек учил в автосервисе вправлять такое. Сейчас, ты еще дебил, чему да, тебя отойди, твой Селимбек? Отойди, брат, ты что, вообще что ли? Да меня Селимбек научил, сейчас я. Сейчас я вправлю. Давай. Сейчас. Ты только это, ты бампер только
Кончай. Да нормально, не-не-не, сейчас главное... Да уже, да не, нормально, сейчас уже, да. Да, ай-яй-яй, брат. Так, да заканчивай ты. Не подходи, когда я тачку ремонтирую. Да-да-да, иди ты от меня, придурочный, придурок. Сейчас справим. Ты чё вообще вытворяешь-то? Я тебя нечаянно, ты чё делаешь? Ты зачем зарезал меня? Братан, ты чё? Заканчивай. Я же нечаянно тебя бил. Спасибо за токены, братан. Давай, подходи, вон ты там недалеко стоишь. Как там, 30 девственниц-то было? Ваш злейший враг Тумадейр. Вах, мне написали, что ты мой злейший враг, брат. Лучше иметь преданного, короче, злейшего врага. Монтировку купить. Садись, короче. Я вправлю, не переживай, не надо ехать. Смотри какой. Я тоже лодку хочу, брат. Лодку. Да погоди ты с лодкой, может мы за этим поедем, узнаем, куда он и. Хотя ладно, черт с ним. Ну подожди, может типа он остановится, а мы возьмем лодку. Нет, там... Можно как-нибудь... Да я... Как ты ее снимешь? Ты даже отремонтировать машину не можешь. Да монтировки нет, монтировка будет, все отремонтирую. Ты не будет монтировки, они тут стоят целое состояние. Блин, тачка дымится, надо другую найти какую-нибудь. Да не дымится, все хорошо. Да дымится, трещит мотор, прям как у моих Жигулей, когда мы еще в Москве катались. Это нормально, сейчас починим. Давай монтировку просто найди, и все хорошо будет, не переживай, брат. Я тебе говорю, мы с Олимбеком чинили вообще. Ладно, все, поехали. С своим Олимбеком, блин, он вообще, по-моему, не разбирается ни в чем. Да разбирается, у него самый лучший автосервис на весь аул. Ты чего? Олимбека не помнишь, он с детства любил всякие машинки, игрушки. Я помню только то, что на славу и было. Ну, знаешь, запоминается самое такое экстравагантное. О, музыка какая, вах, качает. Сломал, блин, машину, качается теперь. Да я не сломал, я... А, ну да, дымит немного, брат, дымит. Да ладно, это ничего страшного. Это карбюратор. Ничего страшного. Помнишь это, газель Ашота-то? Да. Вот она дымила, так дымил. Я помню, он когда это ехал, я уже не помню откуда, он от Тушина, по-моему, до Митина, у него там маршрут был. И, короче, 3 человека задохнулось, как в Газенвагене, в маршрутке. Ты так сказал, брат, я подумал, можешь маршрутку купить? У вас тут как в Америке? Можно это, на маршрутках? Да, в принципе, можно, но, понимаешь, у каждого машина. Здесь не как в России, здесь у каждого свой личный транспорт, то есть нет такого, что там автобусы, метро, нахер никому не нужно. Я когда рассказывал, в общем, у меня тут тёлка была, но она ушла от меня, американка, после того, как я про проездной тройка рассказал. Сказала, что с дикарями не будет спать. Слушай, а почему у тебя не занижена тачка, брат? Слишком дорого, братишка, понимаешь? Да ты надо... что? Ну... Бизнес по продаже помидоров, он не настолько прибыльный. Брат, давай я тебе занижу. Короче, вот если бы... есть в банке. Как этого... Дурака зовут в России, который против ГМО. Придурка этого. Дворкович? Ну вот его бы сюда, типа, тоже сельским хозяйством заведовать. И тогда бы вообще нормально мой бизнес пошел, потому что мы единственные, кто тут продаем без пестицидов, вот это все. Я лично поливаю помидорки-то по утрам. Знаешь чем? Тем же, чем шаурму тогда рядом с Полежаевской. Помнишь нашу палатку-то? А то! Такая шаурма была! Эх, весь район приходил, говорил, спасибо, Аслан, за шаурму! А мы знай да улыбаться. Да, смея. Мне даже до сих пор смешно. Надо было, брат, в тачку фруктов загрузить. Чё мы порожняком-то едем? Слушай, блин, а на самом деле... Такая себе машина, я все хочу себе какой-нибудь... Брат, ты чего? Хэшбэк, как... сплошная, да я случайно, да тут ментов не было никогда, я тебе говорю, я эти горы... Камеры везде, я читал. Я на прошлой неделе с Наташей сюда на шашлыки ходил, тут не было. Ни ментов, ну, ничего. Тут вообще природа, смотри. Пойдем, выходи. Тут не как в России, тут нет такого, что участковый там ходит, еще что-то, можешь спокойно выйти. Что угодно делать, осторожно, только дорогу переходи. О,
брат! Я иду. За селфи меня в Инстаграм. Сейчас сделаем. Сейчас залезу. Поднимайся выше. Давай, не, встань. Да вот сюда хочу. Встань, вон Москоу Сити на его фоне еще. Да там встанем, Москоу Сити будет нормально видно. Ты че, залезь повыше. Селфи делаю. Ладно, давай. Че тут делать, не свались. А? Не свались. Ща, дай я тоже тебя сфоткну. Вон туда встань, вот. Вон туда встань. Да куда ты спускаешься? Вот сюда встань. Вот сюда, а? Вот. Нет, вот где я стою сейчас. Вот сюда, вот. Ага. Так. Ща, погоди. На меня посмотри. Ага. Так, вот там две тёлки идут, ты как бы руку вытяни, а я как бы у тебя на ладони их сфотографирую. Да тише ты опять начинаешь. Че ты как шакал? Так, как вытянуть руку? Ну протяни немного, вот. А, погоди, я телефон достану и такой типа... Да. Они как будто на телефоне стоят. Хотя тёлки ушли. Стой. О. Не. Сейчас селфи. О! О! Селфи. Хорошо получилось. Слушай, надо на фоне... Так, давай я с тобой селфи, давай, зажми на среднюю так... кнопку селфи, хочу с тобой, сделай селфи. Да не хочу я с тобой, я, слышь, я думаю это, пойдем с тёлками. Давай селфи, во, селфи. Давай с тёлками сфотографируемся, нахрен твоё селфи. Как все тёлки-то? Да ща найдем. В центре будут. Смотри, как едет придурочный. Конченый. На горе. Так и свалиться недолго. На горе. Небеса зовут. Так. Ну чё, проезжай. Ой, ты блондинка. Шлюха, насосала. Да ёб твою мать, всю машину раз... Ты чё сделал, тварь? А ну стой. Стой, падла. Поцарапал машину брата моего. Вот тварь. Номер записал? Да какой номер? Ладно, поехали. Ща, погоди, посмотрю. Ну вообще, ну слушай, ну просто. Все, брат, тут надо к Селимбеку ехать. Ладно, опять заедем. Опять поцарапал, да что вы делаете? Да больные люди еще говорят, у нас типа водить не умеют. Умеют у нас все по сравнению с этими идиотами. Ладно, по пути там заедем. Тут нету этого Селимхана, но есть Хосе, он нормально тоже делает. Хосе? Лопес. Имя какое-то дебильное. Дебильное, просто слов нет. Ну, чурка, что с него взять? Чё, как вообще сам? Да давно? Хочется, брат, как-то приодеться уже, девочек, шашлык, машлык. Понимаешь, ничего быстро не делается. Тут. Ладно, я пивка пока дерну. Смотри, вот этот район, где мы жить будем уже через пару лет. Ты чего опять-то? Да я не знаю, я пиво доставал, а ствол выстрелил нечаянно. Осторожней будь, блин, я теперь... Не, слушай, надо срочно к этому заезжать. Ты мне да стекло что? Пробил. Что они кричат? Нечаянно выстрелил. Да я видел, нормально все было. Тут, короче, надо это, тачку отремонтировать, в ремонт загнать. А вот тут вот район хороший, тут дорогой этот, как Лубянка, блин. Музыка такая хорошая, прям, брат, качает, такая... Слушай, а у тебя реально мое радио слышно? Ну, у меня, видимо, просто другое получается. Машина горит, твою мать, это ты наверное... Бежим! Аллаху Акбар, беги, шиф! Беги, да не туши ее, беги! Брат, беги! Туши машину, помогай, брат, хорошая машина, нельзя... Да черт с ней, срать на машину! Надо туши, хорошая... Срать на машину, сам уйди! Сейчас затушим, брат. Помоги, дружище, всё? Помоги, стой, дай огнетушитель. Огнетушитель, дай. Да, дай огнетушитель. Да нет, у меня, да ты чё творишь-то, блять, уродина, сука. Ай, говно. Сейчас затушим, все нормально будет, так уже горячо. Так, погоди. Стой, нормально, не... Затушил все. Успокойся, сейчас сделаем, по красоте сделаем. По красоте сделаем, братишка, сейчас... Потушил, да? Потушил, все хорошо, я ж тебе говорю. Шикуль так тушили. Тут рядом это есть. Мастерская, сейчас доедем. Починим. Ласточку мою. Не заводится, братан. Надо толкать. Да ладно, я сейчас, давай.
Сейчас, не, залезай, залезай, залезай.